В Актюбинской области из-за сильного гололеда закрыто движение на автодорогах. На всех выездах из Актюбе дежурят патрули дорожной полиции. Впрочем, и в самом областном центре передвигаться по улицам небезопасно. Чтобы избежать аварийных ситуаций и травм, полицейские и спасатели просят жителей быть предельно осторожными. С утра дорожные службы посыпают проезжую часть и тротуары песчаной и соляной смесями. Все дорожные службы находятся на участках, вся техника готова, занимаются подсыпкой. Открытие дорог ожидаем только в связи с улучшением погодных условий. Также хочется сказать, что соседние области, Уральская, Кустанайская, также это закрыли въезд в сторону Актюбинской области.